Символический ключ от школы номер 15 в Новоалтайске представители компании-подрядчика сегодня вручили педагогическому коллективу. Новоалтайск – город-спутник краевой столицы, активно развивается. Строятся новые жилые районы, и нагрузка на действующие школы очень высока. И вот впервые за 30 лет здесь построили новую школу, оснащенную по современным стандартам образования. 700 миллионов рублей примерно было выделено на то, чтобы из федерального и краевого бюджета, на то, чтобы такой объект у нас появился. Я убежден, что здесь будет комфортно работать учителям, что здесь будет просто замечательно и счастливо нашим ребятам, ученикам. В прошлом году 2 новые школы было введено в Алтайском крае и 6 детских садов. Значит, и на нынешний 2023 год у нас в плане запланировано ввод еще 6 школ и еще 3 детских садов. В Алтайском крае не только строят, но и ремонтируют существующие школы. В прошлом году работы провели на 90 объектах. На эти цели направили порядка 3 миллиардов рублей. В Новоалтайске для детей создали все необходимые условия. В школе просторные светлые кабинеты, актовый зал почти на 300 мест и столовая, способная вместить всех желающих подкрепиться, чтобы штурмовать академические высоты с новыми силами. Также для детей доступен свой технопарк, где робототехнику и другие актуальные дисциплины могут осваивать учащиеся всех школ города. А сколько занятий в неделю должно проходить вот у одной группы? У одной группы достаточно 2 занятия в неделю, по 2-3 часа. 2-3 часа, да? То есть в неделю это у нас 4-6 часов, в зависимости от группы. Хорошо. Старшие группы занимаются подольше. Школа оборудована сразу 2 спортивными залами. Весь необходимый инвентарь в наличии, а занятия ориентированы на комплексное развитие организма. На первом уроке мы работали в волейбол, а сейчас, чтобы немножко их разгрузить, мы занимаемся нейрофизкультурой, инновационный такой метод с мячами, для того, чтобы улучшить мозговую деятельность, это 2 полушария, все связи, чтобы на математике хорошо решали. Жонглировать? Да, и жонглировать, и работать. Двумя, одним, групповая, парная работа. Так, вот так, да. Культуре и спорту в Новоалтайске уделяют много внимания. Жителям должно быть комфортно в своем населенном пункте. А для здорового досуга необходим культурно-спортивный комплекс. Его и открыли в этом году. Площадь нового здания почти 2000 квадратных метров. Желающие смогут постигать здесь искусство игры на народных музыкальных инструментах, актерское мастерство, эстрадный вокал и хореографию. В здании оборудованы актовый зал и спортивные залы для занятий легкой атлетикой, греко-римской борьбой, футболом, волейболом и баскетболом. Виктор Томенко поздравил жителей Новоалтайска с открытием комплекса и отметил, что правительство региона продолжит работу, чтобы еще больше подобных объектов строилось по всему Алтайскому краю. Вот так из успехов на местах, из успехов в каждом конкретном городе или даже районе города, в каждом конкретном селе и в больших наших муниципалитетах, так и будет складываться и социальная жизнь, и настроение наших жителей, и представление обо всем Алтайском крае. Развитие культуры, среднего и дополнительного образования – приоритет государственной политики. Этому посвящены национальные проекты. Новая школа и культурно-спортивный комплекс в Новоалтайске – реальное воплощение позитивных изменений в обществе и надежный задел для будущего. Современное поколение школьников не даст соврать. Глеб Полянский, Денис Кузьменко. Новости.